22 по 24 июня 2023 года в Чувашии состоялся федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист». 14 участников федерального этапа, 12 субъектов Российской Федерации, 3 этапа – теория, тренажер, заезды на бульдозерах. Делитесь своим опытом, перенимайте то, что умеют другие. Растите профессионально. Вы самые лучшие. Об этом знают ваши коллективы, ваши семьи. Теперь об этом будут знать и в целом ваши регионы, и вся страна. Конкурсы, они не выдуманные. Они сделаны на основании профессиональных стандартов, которые разработаны именно работодателями. Профессия бульдозериста, она действительно требует такого вот мужества и в то же время мастерства. В таких конкурсах профессионалы обмениваются опытом и видят, какие возможности, какие новые технологии применяют коллеги. Кубком за третье место награждается Роман Ганев! Как говорится, опыт приходит со временем, но его нельзя будет куда-то деть потом. Второе место получает Владимир Рязанцев! У меня 22 года стажа на них. Мне до сих пор интересно, я не разочарован. Первое место Александр Войтиев! Рейба! Соперники были достойные. Как бы это для меня была новость, так скажем, когда я попал в финал вообще. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист» повышает престиж профессии бульдозериста, пропагандирует достижения и распространяет передовой опыт, содействует привлечению молодежи для обучения и трудоустройства по данной профессии.